Это напрягает, реально. Отсутствие действительно выбора, который влияет на что-то. Держу. Мы оба рухнем. Безопасность. Вы не поверите, оно наконец-то пришло. Альбом Stray Kids Ordinary. На них уже, конечно же, вышла распаковочка. Так что да. Давай, обзор. Ну, как бы, знаете, на 4 альбома, очевидно, там будет дофига всего, да? Мне просто плохо от такого количества карт с 4 альбомов. У меня истерика. У кого-то это коллекция фотокарт, а я просто 4 альбома открыла. Тупо моя жизнь. Но я не жалуюсь. У меня тут небольшой хаос, но хочу поместить все карты... протекторы. Это моя стопочка, а это на обмен и продажу. Мунь, ты там что делаешь? Коробочку уже себе забрали. Да, Мунь? Главное, не писай там. Мунь, что за любовь к биндерам? Я тут подготавливаю биндеры... к организации, и короче, мой биндер пытаются стащить. Точнее, кое-кто одержим вот этими резиночками. Ой, ну не надо так делать. У биндера было 3 резиночки. 2 резиночки я отдала Муне. Одну она сожрала, я потом, извините меня, в лотке ее увидела. Я не знаю, это просто вот любительница все заглотить. Там тоже у меня мерч лежит, так она туда лезет. Все. Главная картонщица. У нее же на лице написано, что она главная картонщица, да? Сегодня у меня день упаковки карт по обмену. Не стала снимать сам процесс, потому что боюсь, что все напутаю. Так что буду сейчас это все доделывать. И на отправку у меня сегодня чинин, такая ее нитка, и еще будет Чонбин и Хюнсоне. Да. Добрый день. Меня зовут Ханта. Я репортер из газеты «Конича». Прокурор Саидзаки, сотрудничество прокуратуры и журналистов ведь запрещено. Я в курсе. Что-то не так? Нет, забито. Я жалею, что посмотрела это аниме. Такой бред. Ну, точнее, бред. В топку все. Жалко потраченного времени. Это 4 утра. Я не сплю. Кто я? Сегодня день
коллабов и камбэков. Просто выживаем как можем. Извиняюсь за свои страшные руки, потому что я всю неделю кое-что крашу, мне до сих пор не отмыться, не оттереться, и все равно послезавтра опять пойду красить. В общем, я хотела показать вам свои покупочки, хотя тут ничего особенного, но, может быть, будет интересно. Первое, то, что я купила, это прозрачные лаки, мне они нужны при работе над некоторыми деталями при изготовлении брелочков. Второе, то, что мне пришло сезон, это вот такая Уфе лампа, если так подумать. Все, что я покупаю для маникюра, все материалы, я их использую как раз при работе с брелочками. До этого у меня был вот такой фонарик, но с таким все будет гораздо-гораздо быстрее получаться, хотя это тоже мне очень помогает, но стоил он в два раза дороже, потому что я его покупала с сайта, где специализируется на материалах для эпоксидки с уфе-смолой, а это я заказала с Озон за 100 рублей. Ну, потому что там еще баллами оплатила. Короче, я его проверила уже в работе. Очень даже неплохо. Еще я на пробу купила такой тональник и пудру. Вроде были недорогими. Но я сейчас резко крашусь, поэтому пусть будет. Ну и последнее, с чего хотела побомбиться больше всего, это с данной подводки. Потому что сейчас она стоит 950 рублей. Я ее на скидке, наверное, рублей за 700 взяла. Короче, офигею с цен. Бюджетной подводкой уже точно не назовешь. Просто она мне нравится больше всего и подходит для моего нависшего века. Мне нравится, как она наносится кисточкой. Она долго держится, она не отпечатывается. И, к сожалению, пока что бюджетных аналогов я не нашла. Я всегда беру в коричневом цвете эту подводку, потому что, мне кажется, мне так больше подходит. Так как с черной мои глаза выглядят очень вычурными. Извиняюсь за тавтологию, короче, да. Подводки маркер у меня почему-то всегда быстро засыхают, или я какая-то лохушка, не умею их правильно закрывать. Жидкие подводки у меня растекаются, а вот этой я могла, знаете, накраситься, поспать и на следующий день пойти с ней на концерт, потому что, да, и такие случаи бывали. Ну ладно, зато хотя бы надолго ее хватает. Короче, вот такой мини-обзор покупочек. Ничего интересного, денег потрачено дофига. Еще раз всем здравствуйте. Я, походу, уже вообще разучилась говорить перед камерой, ну как бы это заметно. Просто есть несколько тем, которые я не то чтобы обязана обсуждать, но, наверное, стоит об этом поговорить. И у нас будет речь, как всегда, снова про BTS, Bangtan Sonyeondan, Bulletproof Boy Scout, Beyond the Scene. И, короче, да, вот все будет о них. Дело в том, что 14 июня у ребят проходила феста, которая была приурочена к 9-летию группы. Из-за некорректного перевода нам информацию преподнесли так, что ребята уходят на хиатус, на перерыв, от чего все, конечно, мягко говоря, выпали, потому что я не особо следила за всем этим в тот день, но мне потом стали присылать всякие новости обо всем этом, и я стала на это все натыкаться, и раздули это до такого масштаба, что просто, ну, начался хаос, мягко говоря. Были формулировки из разряда «перерыв равно распад», или вот эти шутки, типа, ну да, знаю мы такую группу, которая тоже говорила про перерыв, и как бы, ну, сами знаете, во что это вылилось. Я знаю, что это за группа, я с этим уже сталкивалась. И несмотря на то, что я, в принципе, последние полтора года за ребятами не так активно слежу, и то, что я уже, еще раз повторюсь, проходила через подобное, и помимо BTS есть еще другие группы, которые я тоже ценю, за которыми слежу, то в тот вечер все равно как-то было, ну, мягко говоря, грустно. У меня достаточно было много мыслей в голове, которыми я хотела с вами поделиться. И еще ты заходишь в иностранный ТикТок, и там просто все в нытье, в соплях, просто вот эти грустные видосики, где еще ребята плачут. Но потом уже вышло заявление от Хайбы, типа, спокойно, остаемся на своих местах, никто никуда не расходится, никто никуда не уходит. BTS не уходит именно на перерыв в плане как просто на дно, а просто будут сосредоточены больше на сольных проектах, на сольной деятельности, на музыке. И в итоге потом вся моя иностранная лента в ТикТок была перемешка с грустными ТикТоками и шутками про то, как BTS ушли на 6 часов, а все уже успели, извините меня, обосраться. Я это клоню к тому, что если так посудить, не так уж много чего меняется. Да, конечно, не будет как прежде, и рано или поздно это бы произошло. И забавно еще то, что все ждали
анонса новых дат к туру, и перед фестой там вроде Тихён где-то написал, типа, ребят, не парьтесь, мы там просто посидим, почилим. Ну, короче, в итоге посидели все, да, в прямом и переносном смысле. Но, с другой стороны, мы в таком режиме деятельности ребят живем, ну, последний год-полтора, то есть с выхода альбома «Би» прошло почти полтора года, в ноябре будет 2 года, и за это время мы не так много получили совместной музыки от ребят, то есть был потом «Баттер», «Permission to Dance», сейчас по итогу у нас просто перевыпуск старых песен, антология, да, и просто несколько новых песен. Но если брать с релиза «Permission to Dance», то за последний год тоже вышел максимум коллаб с Coldplay, My Universe. У ребят были какие-то совместные выступления на премиях, и то, как правило, на американских. Да, там они дали несколько концертов и в Америке, и в Корее. А все остальное у ребят были какие-то тоже сольные проекты, типа из последних, как у Инги, это коллаб с Саем. У остальных ребят выходили различные осты к дорамам. Или там у Чингука была песня сольная, спродюсированная Юнги, вроде бы к Вептуну. Все остальное это был просто различный развлекательный контент, который, по сути, также и останется с нами. И нам обещали уже новые выпуски шоу Run BTS. И плюс у Хайба столько контента с ребятами хватит еще просто лет на 10. Там у них столько припасено. Это мы до сих пор получаем бомбочки 2-летней давности, такие, о, что-то новенькое. Ну, типа, как бы, да, ребята просто более серьезно займутся сольными проектами, будут выходить какие-то полноценные сольные песни, альбомы, а не микстейпы, как это было раньше. Но все остальное будет, как по мне, неизменным. Я забыла, что я хотела дальше сказать. Я вспомнила. Веду я это все к тому, что если бы ребята сами на этом не акцентировали, то мы бы ничего толком не заметили, но в то же время не посчитали нужным высказаться обо всем том, что с ними происходило последние 2 года, и то, что они действительно уже не только физически устали, но и морально. И это тоже нормально, потому что они последние 9 лет, извините меня, пахали как лошади, без перерывов. А те перерывы, которые были, ну, это просто одно название, потому что они в итоге что-то все равно снимали. Те, кто говорил, ну, они же там отдыхают. Нет, ребят, когда ты постоянно под камерами, это не отдых. Несмотря на то, что это их жизнь и работа. Но, опять же таки, это работа, не отдых. И я для себя после этого, наверное, тоже поняла, почему, возможно, я тоже охладела к ребятам за последние полтора года, тоже в плане творчества, и как-то, может быть, активно я переключилась из-за этого на другую группу. То есть я в какой-то степени тоже понимала, что что-то уже не то, уже меня немножко не так сильно цепляет их творчество, как раньше, но вот, может быть, во всем этом есть объяснение, что они тоже уже сами не понимали, что они делают. К чему это все? К чему я это все вообще клоню? Я не знаю. Ну и также, помимо этого, очень остро стоит вопрос армии, который, если честно, у меня уже в печенках. Чтобы вы понимали, я почти 5 лет слежу за ребятами, то есть стеню их где-то с ноября 2017 года, 5 лет почти, где 4 из них обсуждаются вопросы армии. То есть, начиная с 2017 года, я варюсь в этой фигне. Каждый вот месяц поднимает этот вопрос из разряда. Но вообще-то ребятам потихонечку пора уже отправляться в армию. Как бы, да, возраст поджимает, так что давайте. Потом начинается. Ну нет, может быть, сделать им поблажку, потому что они сделали очень много, ну, для страны, для развития корейской культуры. Они сейчас на пике популярности. Может, мы там что-нибудь им придумаем. Потом опять начинается. Нет, мы не можем. Пусть они покажут, что они такие же, как все. Вон другие ходят, и ничего. Вот пусть они тоже пойдут. И вот это все каждый грёбаный месяц. Я недавно видела такой, знаете, некий прогноз, неподтвержденный о том, в каком порядке ребята будут уходить в армию, кто в каком порядке что будет выпускать. Типа, знаете, там вот Джин сейчас уходит, соответственно, он когда вернется, он сам последний там что-то выпустит. И вот когда вот это все вроде все обсудили, короче, я не знаю, на чем я остановилась, меня немного отвлекли, и, в общем, когда они вот это все решили с этой армией, блин, с которой меня тошнит уже, то какая-то тетя вылезла, ну, по крайней мере, я видела на них статью, типа, ой, пусть BTS пересмотрит свои, как бы, свои вот это решение по поводу перерыва, потому что, знаете, нам нужно как бы распространять дальше корейскую культуру, там вот этот туризм, баблишки как бы в карман.
Короче, все такие, блин, тетя, ты что, офигела? Мало того, что ты обесценила творчество других групп, так еще ты только думаешь о себе. Ну, в общем, можете поискать статьи во всем этом. Наверное, вы это уже все видели. Где вы были все эти 4 года, когда вы обесценивали все, что они делают, и говорили, что весь их успех — это просто чистая случайность. И как бы, да, пусть вот покажут, что они как все, пусть идут тоже в армию. При любых раскладах они пойдут в армию, потому что корейское общество иначе их сожрет. А когда они собрались, то все проснулись такие, ну пусть не идут, пусть вот дальше продвигают того, вот эту корейскую культуру в массы, там, ну, бред. То же самое тема распада, в которой я тоже борюсь последние 4 года, то есть когда я только пришла, и в 2018 году была очередная премия «Мама», и BTS такие, ну вообще-то мы весь год думали о том, чтобы расформироваться. Я такая, ну класс, спасибо, что предупредили. То есть я в течение этого года стояла группа, которая постоянно думала о том, чтобы уйти каждый в сольное плавание. Конечно, я понимаю, что, наверное, тяжелее всего будет Baby Army, то есть которые относительно недавно вступили в фандом. Многие пишут то, что мне очень жаль, что я так поздно пришла, то, что я так мало с ними времени провела, но в то же время, ребят, они не распадаются. И с другой стороны, не думайте об этом в таком ключе. Я вам скажу то, что, наверное, они пришли в вашу жизнь, когда это было именно вам нужно, как это банально бы не звучало. Наверное, в моей жизни они появились, когда, ну, тоже у меня были не очень хорошие периоды в жизни. И поэтому, ну, ничего не вечно, это просто нужно принять. Также прозвучало, да, что это будет просто новая глава BTS. И просто на следующий день после этой новости нам уже столько, блин, всего анонсировали. Там у Хасока новый альбомчик вроде как выходит в июле. И уже вышел коллаб Чонгука с Чарли Путом. И плюс там Тэхён в различных шоу, мероприятиях будет принимать участие. И у всех остальных мемберов, короче, будет очень интересно за этим понаблюдать. Так что, да, можете написать свое мнение по поводу всего мною сказанного. Надеюсь, я ничего такого лишнего не сказала, я никого ничем не задела и ничего не обесценила. И да, жизнь на этом не заканчивается, как говорится, life goes on. Поэтому да, живем по этому девизу. И теперь мы с вами будем, знаете, потихонечку перетекать в другую тему. И забегая сразу на будущее, я хочу сказать, если каждый из мембров будет выпускать что-то в плане физики, то есть какие-то альбомы, фотобуки, карточки, другой мерч. И не обещаю, что я буду покупать это с каждым мембером отдельно. Потому что, во-первых, мне это может просто не нравиться в плане физической продукции. И это абсолютно нормально, и я не обязана, да, все подряд скупать. Что я, в принципе, не делаю даже с какими-то другими группами. А во-вторых, я тоже не миллионерша, ребят, поймите меня. И как бы, да, выживаю как могу. Но если кто-то что-то мне захочет подарить или прислать на обзор, чтобы я это распаковала, я это с радостью сделаю, но вы не обязаны это делать просто так. Заранее предупреждаю, я хочу покупать то, что мне интересно в первую очередь. И следующая тема как раз будет касаться обмена, продажи, покупки стафа, потому что, видимо, за последние 2 месяца у меня не то чтобы значительно увеличилась аудитория, но, видимо, пришло достаточное количество новых зрителей, которые помимо распаковок на моем канале видят еще и упаковку стафа. И они вообще не понимают, откуда это берется, что я и где продаю, и кому, и куда это все отправляю. И дошло до того, что многие стали меня спрашивать везде про какой-то сайт, чтобы я им дала ссылку на свой сайт, где у меня там продается мерч, чтобы они у меня его заказали. И типа пишут, я хочу купить у тебя кей-поп карточку. Я просто думаю, ребят, под этим понятием вы что вообще имеете? Хотите, я вам распечатаю карточку с вашим кей-поп мальчиком и девочкой, отправлю, типа, без проблем. Просто понятие кей-поп карточка тоже растяжимое. Это может быть просто распечатанная картинка или бродкаст Хёнджина за 90 тысяч. Я как бы и такое видела, понимаете? Поэтому, видимо, этот вопрос мне тоже нужно в очередной раз обсудить, как бы это все вредово не звучало. Дело в том, что я очень много продаю карт Stray Kids или другой мерч с ними, потому что на данный момент я их покупаю и собираю активнее всего, и, соответственно, оборот эти карт у меня тоже больше. И бывает такое, то, что у меня выпадают повторки периодически, или есть какой-то мерч, который я не особо коллекционирую, хочу его продать. И об этом, как правило, я говорю в своих видео на YouTube.
потому что я могу там в ролике упомянуть о том, что есть какая-то лишняя карта или повторка, которую я хочу продать, и если кто-то увидит и будет желающий, то мне пишут в итоге либо в запрещенную социальную сеть, либо в Телеграм. И очень просто узнать, что и когда я продаю, нужно просто быть подписанным на мой канал. Желательно, чтобы у вас были включены уведомления, и желательно смотреть мой каждый ролик. Не пропускай ничего. Также можете еще подписаться на мои социальные сети. И если кто-то скажет, что вы не обязаны это делать, вы не обязаны за мной следить, на что я вам отвечу, я тоже не обязана сидеть кого-то ждать, когда кто-то там соизволит купить какую-то определенную карту просто потому, что он ее хочет. Как говорится, кто успел, того и тапки. Я тоже являюсь коллекционером, и все карты, которые у меня есть, они тоже, знаете, мне не с неба падают, ну, некоторые из них. Я их также очень тяжелым путем достаю, то есть, например, я подписана где-то на 30-40 шопов ВКонтакте, из них на 15-20 у меня включены уведомления, где если мне какое-то уведомление о разборе приходит, и у меня есть свободное время, то я сразу же по нему перехожу и со скоростью света пытаюсь записаться на ту или иную карту, или бывает наоборот настроение. Ты видишь в разборе карту из своего виш-листа, у тебя есть на нее деньги, у меня нет настроения покупать эту карту. И я просто могу вот так сидеть и обновлять, и молиться, чтобы кто-то забрал эту карту. И когда кто-то ее покупает, я такая, ну все, не судьба, да. Не мой день. Ну ладно, в следующий раз куплю. Как правило, эти деньги бывают, пригождаются нужнее, нежели чем тратиться на карту. У меня есть мой магазин, но это шоп, и он только с брелочками, которые есть тоже в листе или в Телеграме. И там я принимаю заказы только на брелочки. Продаю я там только брелочки, больше ничего. Очень долго я отвечаю на данный вопрос, но объясню, почему именно так я делаю. Здесь вы знаете, кто я такая. Вы мои зрители, вы моя аудитория. Вы мне доверяете, за что вам огромное спасибо. И если вы что-то желаете у меня приобрести после просмотра ролика, вы мне вот пишите в другие социальные сети. Продаваться на других платформах лично для себя не вижу смысла, потому что ради этого создавать дополнительный аккаунт, когда у меня и так есть YouTube-канал, у меня есть 3 аккаунта в запрещенной социальной сети, мой личный аккаунт шопа и аккаунт с раскладками, который я до сих пор стараюсь вести. У меня есть 2 ТикТока, тоже как заброшенные, но все равно я туда захожу. У меня и так есть заброшенный аккаунт в Твиттере и еще страница ВКонтакте. Если еще одну страницу я создам или аккаунт, я просто свихнусь. То есть здесь вы хотя бы знаете, кто я такая, а на тех же барахолках ВКонтакте я абсолютный ноунейм. То есть единицы из вас только меня узнают. И за все время у меня там от силы 2-3 отзыва, и то за 2020-2021 год. И каждый раз людям объяснять, типа, то, что у меня есть YouTube-канал, то, что у меня есть распаковки, и то, что все отзывы у меня вообще в 3-й социальной сети. Ну, как бы, наверное, на меня посмотрят странно. Это во-первых. И во-вторых, если там продавать, то нужно открывать личку, чего я делать не хочу, так как она открывается для всех. Меня очень бесит, кстати, вот эта функция ВКонтакте. То есть помимо потенциальных покупателей, мне туда будут писать все подряд. И такое уже было. То есть мне писали, ну, назовем это так, не зрители, соседы. То есть они вроде как мои зрители, но они писали мне с не очень благими намерениями, скажем так. И поэтому я не очень хочу там продаваться. Создавать еще один аккаунт ради продаж я не буду, по ранее сказанным причинам. Вообще, я хочу тоже вам сказать большое спасибо, так как вы мне очень помогаете в коллекционировании и с обменами. И вы что-то мне покупаете, кто-то из вас мне вообще что-то дарит, как бы, ребят, вы вообще crazy, там такие вы мне карты дарите, я до сих пор офигею. И с особой любовью храню эти карты и смотрю на них. Так что да, без вас я бы вообще была отстойным коллекционером, хотя, знаете, я не претендую. Поэтому я это буду продавать там, где мне удобно в первую очередь. Я хочу собирать то, что мне нравится в первую очередь. Я хочу покупать то, что мне интересно. Я хочу вам рассказывать о том, что мне интересно, и о том, что я хочу, а не потому, что кто-то другой попросил и заставил. Проснулась богиня. Потому что иногда мне указывают, что я должна покупать и про что я должна в своих видео рассказывать. Я понимаю, как бы, что это пишут не очень умные и образованные люди, наверное, и не очень хорошо воспитанные, но и такие попадаются. Я не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться, однако на этот доллар мы сейчас просто можем смотреть. И нам от него будет не тепло, не холодно. То есть, как бы, да.
Все очень относительно. И вообще все очень грустно. На этом, пожалуй, я буду заканчивать свое видео. Делитесь своими мыслями по поводу всего того бреда, что я сказала. Надеюсь, я как бы никого не задела, не обидела. И просто поделилась с вами своим мнением. И да. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Ставьте пальчик вверх, если вам понравился данный ролик. Подписывайтесь на мой канал. Можете посмотреть мои предыдущие видео, особенно мою распаковочку. В скором времени тоже, надеюсь, что-нибудь-то придет. Заглядывайте в мои другие социальные сети. У меня есть шоп с брелочками, только с ними, не с картами. У меня есть Телеграм, мы там с вами общаемся. Иногда я что-то там продаю и обмениваю. И еще вот много всяких аккаунтов у меня есть. Можете везде подписаться, мне будет очень-очень приятно. Так что большое спасибо вам за просмотр. Мы увидимся уже совсем-совсем скоро. Всем пока-пока.